В общем, на днях перешел в Теле2 и обнаружил халявный интернет в Теле2. Сейчас у меня уже кончился интернет на мобиле. И вот если зайти в приложение Теле2, видно, что у меня вот... Сейчас открою. Вот 0 мегабайт. СМСки есть, минуты есть, а с мегабайтами проблема. Все кончилось, 0. Вот, но открывая браузер, кстати, в браузере вот тоже написано, что трафик интернета исчерпан, но ввожу ссылочку вот на автомобильный сайт и видим, что он что-то там грузит, хотя интернета по идее у меня нету, и бац, открывает сайт Drom.ru, вот, с картинками прям открыл его. Вот, можно даже куда-нибудь перейти дальше, вот, по ссылочке. Тоже вот грузит его. Так, и вот что-то подгрузило. И хоп, открыл опять с картинками статью. Опять перехожу куда-то по ссылочке. Начинается загрузка страницы. Бац, видим. Ну, тут даже какие-то видео есть. Можно открыть, посмотреть. Грузится. В принципе, вполне сносно. Вон даже видео идет. Нормально грузилось видео. Вот еще какое-то видео. Вот что-то там грузится. В общем, интернета нету, но вот все работает. Что удивительно. Можно даже вот по соцсетям посмотреть. Соцсети тоже без интернета пашут. Вот YouTube. Вот. Все видно, какие ролики. Вот сейчас загружаем. Пошел ролик в хорошем качестве. Перемотка. Вот, полноэкранный режим. Вот. Еще перемотали. Сейчас какое-нибудь другое видео загрузить. Тоже вот грузит. Все нормально работает. Вот видите, без интернета пашет. Вот можно даже музыку ВКонтакте там поставить. ВКонтакт работает. Вот. Пошли вон секунды там играть музыку. Тоже видите, без интернета все пашет. Переключается на другие песни. Интересная тема. Не знаю, какой-то баг может быть у них, но интернет у них пашет. Инстаграм, вон, смотрите. Инстаграм прет без проблем. Видео в Инстаграме. Все пашет. Вот такие дела. Фейсбук. Все работает, загружается. Быстро достаточно. В общем, раньше у меня такого не было. Интернет, если заканчивался, то все. Все уже как бы. Он потом платный шел, либо вообще не работал. А здесь все пашет. В общем, ребята, пользуйтесь. Глюк словили, но нам на халяву можно теперь сидеть в интернете и не платить деньги. Вот 0 мегабайт. Так, что-то еще. Ну вот WhatsApp, например, сейчас попробую открыть. Сейчас вот можно послать там, посмотреть, вот стикер отправил, он доставлено. Сейчас вот какую-нибудь фотку отправлю человеку. Сейчас отправляю. Все, вот доставлено. Отлично же. И вот опять смотрим, 0 мегабайт у меня всего. Но все работает. Так что халява, ребята, халява. Интересная вещь, да? Так что давайте, пользуйтесь.